В Анапе фотограф лишился свободы за фото с соколом. Правоохранители выяснили, что 23-летний Меджитаметов оказывал на территории набережной Витязева фотоуслуги с демонстрацией краснокнижной хищной птицы – сокола-балабана. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по факту незаконного содержания ценных диких животных, занесенных в Красную книгу. Природоохранная прокуратура предоставила достаточное количество доказательств для вынесения обвинительного приговора. Суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.